была режиссером. Почему? Потому что он там самый главный. Я бы был бы монтажером. Потому что у меня это хорошо получается. И у меня есть хорошие вкусы на всякие, ну, такие видео. И режиссером. Потому что... Точнее, звукорежиссером. Потому что он делает звук. Мне интересно, потому что там снимают. Тем, что там рассказывают там про свой город и там про другие города, например, там Москву и так далее. Тем, что там можно по телевизору показывать кого-то.